Для переноса нефтебазы за пределы города нашлись деньги. Член совета директоров «Красноярскнефтепродукты» Владислав Гершкович заявил журналистам, что он знает, где взять такие средства. Напомним, в очередной раз вопрос о передислокации опасного объекта с берега Енисея встал после пожара. В ноябре прошлого года здесь загорелся резервуар, пострадали два работника. Тогда власти заявляли, что нефтехранилище в ближайшее время нужно переносить. Однако выяснилось, что пока неизвестно, где разместить такой объект. Площадки в Емельяновском и Березовском районах только рассматриваются. К тому же переезд базы обойдется ни много ни мало в 2 миллиарда рублей. Неясно было, на кого упадут такие траты. И вот сегодня член совета директоров КНП москвич Владислав Гершкович нашел, если не всю сумму, то большую ее часть. По его словам, земля под нефтебазой очень привлекательна для застройщиков, а ее кадастровая стоимость 50 миллионов долларов. Если «Красноярскнефтепродукт» перенесет базу, это будет стоить 2 миллиарда, и у «Красноярскнефтепродукта» нету этих денег, то, в принципе, если мы возьмем 50 миллионов долларов за землю, которая освободится, и это уже 1,5 миллиарда рублей, и надо найти еще 500 миллионов рублей, ну, можно, я думаю, как-то найти данные вещи. Правда, это не значит, что уже завтра участок на правобережье в районе Октябрьского моста будет выставлен на торги. Прежде основной акционер «Красноярскнефтепродукт», а это краевые власти, должны решиться на такой шаг. Ну и необходимо найти еще 500 миллионов. Хотя, по словам того же Гершковича, не такая уж большая эта инвестиция, особенно по столичным меркам.